Да, привет-привет, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать на мой канал. Если вам нравятся мои видео, аудиофайлы, статьи, пожалуйста, подписывайтесь на него. А сегодня мы в гостях у Лили и Алексея, да, в Доме творчества Романова. На Волге. На Волге, в городе Тутаев, да, который является частью Малого Золотого Кольца. Если вы хотите побольше узнать про этот город, смотрите мое видео о Тутаеве. И сегодня, Лиля, хотелось бы узнать о вашей истории, о вашей организации, об этом волшебном месте. И я знаю, что вы долгое время жили в Европе, да? И как же вы оказались в таком волшебном месте в русской глубинке? Начну я, скорее всего, со своей мамы, потому что именно она является тем самым двигателем и вообще виновником, что мы попали вот в этот город. Моя мама, она владелица галереи, российско-французской галереи «Лизариат», которая находится в Москве. Эта галерея существует уже, получается, уже 27 лет. И, в принципе, вообще Дом творчества Романова – это филиал галереи «Лизариат». Она была поражена красотой этого старинного города, который тогда, в 99 году, не был еще таким разрушенным, как сейчас. Будучи художником, в советское время она много ездила по творческим дачам, которые с развалом Советского Союза стали тоже разваливаться и исчезать. Вот. И именно вот то, что она художник, и то, что исчезновение творческих дач побудило ее здесь приобрести дом и создать свой собственный дом творчества. Вот. Лилия Петровна Славинская сейчас, значит, она путешественник, художник и путешественник, и сейчас она находится в Антарктиде. Ого, ваша мама сейчас в Антарктиде. В Антарктиде. Она, это ее второе путешествие в Антарктиду. Первое она осуществила в 2002 году. Что значит Дом творчества? Что это... Что это значит? Дом творчества. Это изначально, конечно же, это дом, который был предназначен для художников. Чтобы они здесь жили, работали. Жили, работали, конечно. Ну, то есть место, куда они могут приехать и посвятить время написанию картин. А да, в Европе тоже ведь есть такое, да, понятие. Да, конечно, арт-центры. Арт-резиденция. В принципе, изначально была концепция арт-резиденции. Вот, она немножечко поменялась, потому что так как мы не субсидированы государством и существуем исключительно за счет своих собственных средств и доходов, не только художники стали к нам приезжать, но мы стали привлекать еще и просто путешественников, туристов, детские группы, детские лагеря, для того, чтобы это место жило и работало. К сожалению, исключительно с художниками нам не удалось бы выжить. Понятно. А можно как-то вам помочь? У вас есть сайт? Или... Да, конечно, у нас есть сайт artdom-romanova.ru. Где вы все это нашли, все эти предметы, где нашли вдохновение и средства, и вообще как? Вот. Дело в том, что так как моя мама художник, и художники отличаются, ну, часто люди сумасшедшие, вот. Моя мама, как человек творческий и сумасшедший, она решила приобрести этот дом. Дом этот был в абсолютно... Это была полуразвалина, которая, кстати, сейчас очень много в Тутаеве, к сожалению. Когда мама купила этот дом,
Она с радостью мне сообщила эту новость, когда я приехала из Женевы. А вы жили в Женеве? А я в это время жила в Женеве. Значит, вы приезжаете из Женевы, а тут вам говорят, что у вас дом. Что у нас в Ярославской области теперь есть дом. Который нужно реставрировать. Этого она не сказала. Мы ехали такой очень вальяжной компанией в платьицах, брючках, вот, на красивой машине. Приехали к вечеру, мы там заезжали в Переславль. Кстати, вот когда едешь из Москвы, можно заехать в Сергиев Посад, в Переславль-Залесский, в Ростов, в Ярославль, и вечером можно вот оказаться в Тутаеве. То есть дорога из Москвы до Тутаева, она уже путешествие по Золотому кольцу. Вот. И когда мы сюда приехали, я увидела вот это какое-то грозное, страшное чудовище, которое над нами нависло. И когда я сюда вошла, я всплеснула руками и просто вскрикнула. Я сказала: «Мама, что же ты наделала? Зачем нам это нужно?» Вот. Ну, то есть, это такая маленькая история, сказать, что этот дом, он действительно поднимался из руин. Это деревянный дом, которому 140 лет. На какие средства это все реставрировалось и велись реновационные работы, это, конечно же, галерея «Лизариат». Это продажа картин. Семейная мечта, да, такая, семейный проект, да. Да, получается, что это семейный проект. Вот. Ну и вы ведь, я так поняла, что вы не только этот дом, вы еще пытаетесь как-то возродить сам городок, да, весь? Да, вообще мы люди неравнодушные. И мы очень неравнодушны к той самой архитектуре русской, деревянной, которая сейчас исчезает, тает на глазах. И мы изо всех сил стараемся сделать что-то, чтобы сюда приезжали люди, чтобы они были заинтересованы этим городом. Есть такая мысль, что чем больше людей сюда приезжает, чем больше людей знает об этом городе, тем больше шансов у него в какой-то момент возродиться. Приезжайте все, друзья, в Тутаев. В Тутаев. Да, да, это очень важно. Так. Тутаев находится сейчас в очень достаточно тяжелом состоянии. Угу. Вот, и душа болит. Мы обязательно хотим спасти этот город. Вот. Мы не можем это сделать нашими четырьмя руками, это невозможно, поэтому мы призываем людей, зовем их, чтобы они к нам приезжали, и мы вместе берем кусок территории, и мы его очищаем от мусора, поросли. Так что, дорогие друзья, если вы живете в России и вам интересно облагораживать, восстанавливать старинные здания, да, культуру, да, пожалуйста, приезжайте. А если вы живете за границей, посещайте Тутаев, да, приезжайте, останавливайтесь в Доме творчества, да. И да, мы будем вместе восстанавливать, поддерживать старинную русскую архитектуру и культуру. Совершенно верно. Ну все, дорогие друзья, если вам понравилось, подписывайтесь, посещайте этот прекрасный город, да, и вступайте в клуб «Русская дача» на моем сайте, а также на сайте Лилии Алексеевой, также у вас есть страничка в Фейсбуке. Да, да, Дом творчества Романова. Дом творчества Романова. Дом творчества Романова. Хорошо, да. Большое спасибо, Лилия, за это интервью. Вам всего доброго. Спасибо. Пока-пока. До свидания.